Представляем видеоролик номер 2 курса золочения, выпущенного компанией Ринальдин. Полный курс состоит из 11 видеороликов и вводного видеосюжета. После того, как лефкас отполирован, можно приступать к нанесению болюса. Болюс – смесь жирных глинистых земель, которая служит для подготовки поверхности под золочение. Основная характеристика болюса состоит в том, что он притягивает лист фольги, когда болюс увлажняется водой. Болюс может быть черным, желтым и красным. При выборе цвета необходимо следовать следующим рекомендациям. Желтый болюс особенно подходит для наиболее углубленных частей рамы в случаях, когда вы используете золотую фольгу. Возможные зоны, оставшиеся непокрытыми при золочении, не видны, поскольку желтый цвет болюса схож с цветом золотой фольги. Черный болюс можно посоветовать использовать при работе с серебряной фольгой. Красный болюс придает теплый оттенок фольге, и его целесообразно использовать, если в дальнейшем рама будет полироваться зубком. Представляем следующие типы болюса, поставляемые компанией Ринальдин. Сейчас мы продемонстрируем, как готовится болюс. Для начала перельем болюс в банку. В банке смешаем болюс и кроличий клей. Пропорция: 3 части клея и 1 часть болюса. В нашем случае болюс весит 30 граммов, и я должна добавить 90 граммов клея. Клей должен быть разогрет на водяной бане до температуры около 50 градусов. Смесь болюса и клея должна быть хорошо перемешана. Затем смесь помещают на водяную баню при постоянной температуре около 50 градусов. Кисти для нанесения болюса имеют длинную щетину для того, чтобы получить гладкий слой и не обмакивать часто кисть. Это кисти, поставляемые компанией Ринальдин для нанесения болюса. Начну нанесение болюса на раму после того, как лефкас был хорошо отполирован. После первого проложения слоя болюса необходимо подождать, чтобы болюс просох, прежде чем приступать к дальнейшим покрытиям. Необходимо сделать 3 покрытия болюсом. Первое наложение слоя наиболее сложное, потому что лефкас втягивает почти мгновенно болюс по мере того, как вы прокладываете слои. По прошествии 24 часов с момента нанесения болюса нужно отполировать поверхность, используя губку из стальной шерсти. Компания Ринальдин предлагает губки из стальной шерсти толщиной 4/0. Для полировки болюса советуем специальные кисти, как это. Кисти с короткой и жесткой щетиной. Необходимо энергично натирать поверхность рамы. Кисть для болюса подходит в особенности для полировки декоративных рельефных элементов, поскольку позволяет проникать в углубление. Кисть движется перпендикулярно поверхности до достижения почти зеркальной гладкости. Для полировки болюса компания Ринальдин поставляет следующие кисти. В конце протираю раму ватным тампоном со спиртом, чтобы убрать оставшиеся загрязнения.
спирт высыхает немедленно. Вы найдете все материалы для золочения на сайте www.rinaldin.com.